Кино на ТВ-РУС. Неприличная женщина без мужа. Не нужен ей никто. Тебе, может быть, и не нужен, а сыну. Блин! Алло, это Таня. Таня из Листвянки. Я согласна встретиться. Ой, это вы? Давайте снимайте куртку. А давайте свет выключим и свечи зажжем. Романтично. Свечи. Короче, я в какой-то Листвянке. Этого человечка-то хорошо знаешь? Это мой жених. Жених. Кто-то хорошенечко его по головушке-то тяпнул. Ты смотри, сейчас маньяков-то развернулся пруд-пруди. Доброе утро. В общем, я не тот, кого вы вчера ждали. Там, на улице! Что? Машина очень красивая, как в кино. Это за мной. Милый. Все, пока. Мама, мама, посмотри. Он свои часы забыл. Значит, вернется. Примета такая. Давайте. Ольга Красько и Дмитрий Марьянов в фильме «Ночной гость». В воскресенье на ТВ-РУС.